Добрый вечер, здравствуйте, друзья! MLBet первой лиги по футболу приглашает всех вас в город Нижнекамск. В город, в котором невероятно любят футбол, но само летнее время – это время больших футбольных баталий. Илья Мосичук, ну что ж, игра у нас с вами стартовала. Нефтехимик начинает атаку, такой длинный заброс. Вот Рыбин, у Рыбина травма, у себя отсутствует, а тут удар Дворецкого, первый поворотом, очень опасно было. Как тебе сверху, Максим, там смотрелось все это? Мосичук продавливает, бьет, опасный удар, добивание. Не получается, вот и Кубань зажглась. Сказал футболистам, ждем подачи. Есть подача, удар. И кажется, что мяч в руку попал. Сложно сказать, в динамике с игры этого я точно не определил. Успевает подключиться Берников. Он тоже будет искать голову партнера. Удар поворотом. Ну, наверное, самый главный удар только что был. Есть возможности и вариации для развития атаки. Удар поворотом. Это был Уридия. Команда «Нефтехимик» противостоит Кубани. Ой, жестко как! И это вторая! Вторая желтая карточка для Берникова. Кубань сейчас, конечно, всеми силами будет поддавливать Обухов. Сейвище! Сейвище! Под левую сделал передачу на партнера. Опаснейший удар! Обухов! Обухов! Солап! Подача на дальнюю штангу! Удар! И где там мяч? Где там мечется по штрафной? И в итоге нарушены были правила. Но это, конечно, моментище сейчас. Лаук! Ну что, свисток. Свисток 0-0. Ну что, Максим, счет по игре, на твой взгляд? Все-таки я думаю, что да.